Сегодня Всемирный день таксистов. Впервые эта служба появилась в Лондоне в 1907 году. И в том же году заработала в столице России. В 17-м, когда прогремела революция, такси в нашей стране исчезли, и повторно таксомоторные парки в Москве образовались лишь в 1925 году. А в большинстве остальных городов только после Великой Отечественной войны. Сегодня даже в небольших поселках обязательно есть хотя бы пара перевозчиков. А еще эта деятельность считается одной из самых теневых. В январе 2012 года, когда в силу вступил новый закон о такси, предполагалось, что нелегальные перевозчики исчезнут, а легальные будут предоставлять более качественные услуги. При этом каждый водитель должен был получить разрешение на работу таксистом, зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и платить налоги. А по факту вышло так, что ряды бомбил стали шире. Были результаты поначалу, да, когда плотно насели на руководителей такси, многие пошли оформлять разрешение. Сейчас разрешение вот начинают сдавать люди. То есть сегодня можно, ну, так экспертно говорить, что этим бизнесом занимаются около 90% нелегально. И в том числе и как у бордюра работающие, так и диспетчерские службы.